Байкеры начали подготовку к открытию мотосезона. Безопасность на дороге в первую очередь зависит от технической исправности транспортного средства. Поэтому перед выездом важно тщательно осмотреть железного коня. В первую очередь необходимо убедиться в отсутствии протечек бензина и проверить уровень масла. Исправность тормозов можно проверить, покачав байк с зажатым передним и задним тормозом. Обязательно нужно посмотреть уровень тормозной жидкости и ее состояние. За состоянием цепи тоже важно следить, регулярно чистить и смазывать, а также проверять степень натяжения. Чтобы цепь не слетела у нас в движении, надо проверять цепь. Цепь у нас проверяется вот, то есть она должна быть, ну, где-то спичный коробок, чтобы у нас не было провиса такого большого. Потому что если она как струна будет натянута, тоже нельзя, потому что будет съедать и звезды, и цепь тоже саму будет съедать. После проверки технической части мотоцикла не стоит забывать про электрику. Перед запуском после зимы стоит зарядить аккумулятор и правильно установить его на байк. Райдер, в отличие от автомобилиста, не защищен металлическим кузовом, поэтому, чтобы в случае ДТП не получить травмы, важно грамотно подойти к выбору экипировки и шлема. Перед выездом в город нужно оформить полис ОСАГО и обязательно пройти технический осмотр. Важно помнить, что в случае ДТП, если у мотоциклиста нет диагностической карты, то страховая компания вправе отказать в выплате. Самарские инспекторы мотовзвода уже несут службу на дорогах города. Они выявляют нарушителей, которые управляют незарегистрированными мотоциклами, водителей без соответствующей категории, а также проверяют наличие полиса обязательного страхования. Самый распространенный вид ДТП со стороны мотоциклистов является нарушение скоростного режима. Поэтому не стоит пренебрегать правилами дорожного движения, надевать защитную экипировку и быть внимательным на дороге. Водителям автотранспортных средств стоит помнить, что с наступлением мотосезона на дороге появляются мотоциклисты. Поэтому при выполнении маневров стоит быть внимательнее и смотреть в зеркала заднего вида. Данила Сафронов – опытный байкер. Первый сезон открыл в 2008 году. С тех пор успел оседлать разную технику. Начинал с советского Урала, потом пересел на дорожник, сейчас передвигается на спортбайке. За рулем мотоцикла чувствует себя свободным. Говорит, езда на двухколесном транспорте помогает отвлечься от негатива. За долгие годы езды на мотоцикле выработал для себя правила поведения на дороге, которые помогают сохранить жизнь и здоровье. Если ты едешь по главной, все равно вот такие вот выезды с прилегающей территории – перекрестки, светофоры, всегда лучше тормозить, потому что ты едешь, ты по главной, и многие думают, что все, я, значит, меня все должны пропустить. Но бывает так, что автомобиль, который едет второстепенно, он тебя должен по правилам пропустить, он тебя просто элементарно не видит. Из-за небольших размеров мототранспорта водителям большегрузов бывает сложно их заметить, поэтому не рекомендуется держаться вплотную за грузовиком и находиться у него в слепой зоне. В Самаре открытие мотосезона запланировано на конец апреля. Многие автолюбители за зиму отвыкли от двухколесных соседей в потоке, поэтому мотоциклистам стоит быть предельно внимательными на дороге и готовыми к экстренной ситуации. Максим Магомедов, Николай Сидоров, события.